На минувших выходных в нашем городе отметили Всемирный день туризма. Поздравил своих партнеров туроператоров Управления туризма, физической культуры и спорта Карагандинской области. Подробнее в нашем репортаже. Мероприятие, приуроченное ко Дню туризма, праздновали во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова. В рамках концертной программы состоялось открытие шахматного клуба. По словам заместителя начальника управления туризма Рустама Кожибаева, на сегодняшний день в клубе насчитывается более 30 человек. Сюда, говорят они, может прийти каждый в любое время. Любой человек, независимо от категории, может ветеран, любой желающий прийти и поиграть в свободное время. Доступ будет здесь свободный. Также в ходе мероприятия для школьников был организован экскурсионный тур по городу, где там они ознакомились со спортивными объектами города. Учащимся школ представилась возможность не только стать свидетелями тренировочного процесса, но и записаться в различные спортивные секции, рассказывает организующая сторона. Мы участвовали в 8 международных, выставках, где принимал наш специалист участие. И, в принципе, наш специалист демонстрирует на местах, именно в зарубежных странах, культуру именно Карагандинской области. То есть показывает, какие у нас достопримечательные у нас есть, какие объекты туризма у нас есть. В принципе, мы можем похвастаться своими регионами. Единственное, конечно, сейчас находится это у нас еще на стадии развития, но это придет, конечно, сейчас для этого мы делаем определенные шаги. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.